Эй, піднімайся, знаєш, це ти! Господи! Сейчас подыму на ваших глазах впервые снял маску с Пеннивайза. Раз, два, три. Чё творим, бро? Меня зовут Сэр Геонис. И бро, сразу же, блин, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супримбанду. Ведь предыдущими супримбанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супримбанду. Самую сильную банду на ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И супримбанда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня мне на протяжении всего дня приходят странные сообщения. И эти сообщения от Пеннивайза. Мне очень страшно от всего этого. Потому что еще прошлым летом мы уже призывали Пеннивайза. И добром это не кончилось, он чуть ли не убил Настю. Также тем летом мы нашли куклу Пеннивайза в канализации. После чего мы просто ее разрезали. И то, что было внутри, это такая жесть. Там была настоящая отрубленная рука ребенка. После того, что мы увидели, что было в той кукле, эта кукла пропала, и больше никогда в жизни ее не видел. После этого Пеннивайз перестал на нас охотиться. А сегодня он снова начал мне присылать свои странные сообщения. Там даже есть странные видео, которые я вам покажу чуть позже. Тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я сделаю куклу воду на Пеннивайза. И наконец-то его уничтожу. Именно поэтому, бро, не допускайся, не жми за царский лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь у нас выходят крутые фотографии, которые я уверен, что тебе 100% понравится. Именно поэтому, бро, дайте ссылки в описании. А мы тем временем еще в 3 часа ночи, погнали! Окей, супримбанда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. То самое адское время. Не знаю, зачем мы его ждали, тем не менее, бро. Сейчас я вам покажу переписку с Пеннивайзом. На протяжении дня этот монстр мне прислал сообщение. Я же ему ничего не отвечал, и просто посмотрите на это. Он целый день не отправлял эти смайлики. Красные шарики, это реально жутко выглядит. Вы это видите? Целый день, буквально каждые полчаса мне присылали эти смайлики. После чего он мне отправил 2 видео. Не понимаю, зачем он это делает. В этих видео ничего нету. Тем не менее, бро, давайте посмотрим первое видео. Видите? Это банда. Ничего примечательного, просто Пеннивайз его лицо. Он как-то прикрывает свое лицо рукавом. Тем не менее, бро, вот такое видео. Не понимаю, зачем Пеннивайз это делает. Зачем он прислал эти видео спустя сколько времени. Тем не менее, бро, это было первое видео, вот второе. На втором видео уже полностью видно лицо Пеннивайза. И просто посмотрите, какое оно жуткое. Это реально жесть. Просто посмотрите, его глаза, они реально очень страшные. Вот эти 2 видео Пеннивайз прислал совсем недавно. После этого больше чуть... Ты видишь, что Настя? Да. Это сообщение появилось только что. Я убью тебя, что это значит? Чёрт, что это такое, Настя? Господи, скорее включай фильтр, это просто жесть. Почему-то после сообщения Пеннивайза пропал свет. Господи, банда, это реально жесть, посмотрите. Там реально написано, я убью. Ты видишь, что Настя? Да. Появилось новое сообщение. Я убью тебя сейчас, что это значит, банда, вы это видите? Что вообще происходит? Господи, я просто в шоке. Пеннивайз мне начал снова прислать свои странные сообщения. Зачем он снова меня ищет? Зачем он снова хочет меня убить? Это просто жесть. О, господи, видите, это банда. Я звоню какой-то номер 3 часа ночи. Плюс 0-PE-00. Это Пеннивайз, банда. Видите, это как он это сделал? Здесь вместо цифр написаны слова. Это жесть, банда, окей. Давайте возьмем трубку, узнаем, что он меня хочет. О, господи. Эй, алло, Пеннивайз, это ты? Эй, Пеннивайз, я знаю, что это ты. Господи. Черт, он просто отключился, вы это видели, банда? Да такая жесть, это был реальный Пеннивайз. Зачем он снова меня ищет? И, банда, вы видели это? Я заметил, что видеозвонку Пеннивайз снял свое лицо. То есть это была маска. То есть как такого-то Пеннивайза не существует. Это все всего лишь обычная маска. И в конце, даже как он снимал свою маску, было видно, что у него как-то затряслась рука. И он спалил свое настоящее лицо. Там было обычное человеческое лицо. Я думаю, банда, вы тоже это заметили. Это просто жесть, то есть Пеннивайза не существует. Это всего лишь какой-то маньяк, который носит маску. Господи, ты слышала это? Там кто-то постучал. Кто? Неужели это был Пеннивайз? Сразу же после звонка. Господи, посмотри, мне отправил новое сообщение. 3 эмоции клоуна. Я написал тук-тук, пустишь. Что это значит? Неужели это был Пеннивайз? О, черт, банда, неужели он уже в моем доме? Господи, я очень волнуюсь, черт. Эй, кто там? Пеннивайз? Эй, Пеннивайз! Черт, о господи, банда, я очень волнуюсь, черт, мне ничего не видно, что там, там полнейшая темнота, банда, это жесть, о господи, что это, черт, там был Пеннивайз, Настя, скорее бежим, о господи, он здесь, он пришел за нами снова, это такая жесть, Настя, о черт, господи, Настя, я клянусь, я реально видел Пеннивайза, я посмотрел в глазок, там сначала было полностью темно, после чего его лицо само подсветило, это была такая жесть, а что если он уже в доме, я не знаю,
знаю, Настя, но я очень напуган. Господи, что если он реально где-то здесь? Так, где мой телефон? Окей, банда, Катя мне что-то написала, посмотрите. Там написано, я сам пойду, я уже в доме. О, господи, Настя, он уже здесь, черт. Мне очень страшно, банда, я просто все это не верю. Пеннивайз нас нашел даже здесь. Господи, зачем он все это делает? Мы же уже отдали ему куклу. О, господи, Настя, посмотри. Кто-то в коридоре включил свет, это просто жесть. Неужели он уже в доме, Настя, что происходит? Господи, о, черт. Это же ты, Настя. Господи, это же реальный Пеннивайз. Он снова нас нашел. Что он вообще делает? Сереж, мне очень страшно, давай просто уйдем отсюда. Нет, Настя, ты что? О, господи, я тоже очень напуган, Настя, кто знает, что от него ждать? Что если он сейчас увидит, что если нас тогда просто убьет? Господи, что с этим клоуном не так? Зачем он все это делает? Почему он так странно двигается, Настя, ты видишь это? Неужели он уже знает, что мы здесь? Зачем он так сел? Господи, о, черт, мне пришла какая-то смс-ка. Неужели это от него банда? О, господи, банда, это просто жесть, это были реально сообщения в Пеннивайза, просто гляньте. Он мне написал глупо прятаться на балконе, я же вас вижу. И три эмоции клоуна, черт. О, господи, Настя, черт, это же Пеннивайз! Черт, Настя! О, господи, вставай скорее, черт! Он или сейчас снова придет, давай, давай, давай! Скорее в третью комнату! Это жесть, банда, господи! Просто это не верится, это был реальный Пеннивайз, банда, мы сами это видели! Скорее, закрывай дверь, Настя, он сейчас придет сюда! Это просто жесть, это был реальный Пеннивайз! Он снова нас как-то нашел! Господи, банда, сейчас в таком шоке! Пеннивайз, это очень опасный демон! Он мог просто-запросто нас сейчас убить! Черт, он снова мне что-то прислал! Господи, это реально сообщение от него! Он мне написал вам не уйти от меня! И прислал какое-то видео! Черт, что это за игры? Господи, Настя, ты слышишь это? Это просто жесть, что это за игры? Я реально в шоке, банда, Пеннивайз, это уже не шутки. Это очень опасный демон. Если он захочет, он просто-запросто нас убьет. Я не знаю, что делать дальше, банда. Что если Пеннивайз нас просто убьет, он все же где-то в моей квартире. И не хочет отсюда уходить. А еще что самое ужасное, что Пеннивайз не пропадет в 4 утра. Он может жить все время, весь день и всю ночь. Окей, Настя, не вижу другого варианта. Нам нужно как-то убежать с этой квартиры. Ну да, давай. Окей, только нужно сделать максимально тихо. Потому что Пеннивайз может нас услышать и напасть на нас. Давай идем только тихо, Настя. Посмотри, там нигде нету. Черт, это такая жесть. Давай быстрее идем к входной двери. Надеюсь, мы успеем отсюда уйти. О, господи, черт, 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 черт. Окей. Черт, я не могу выйти, Настя. Господи, он закрыл на этот ключ, Настя. Черт, ищи быстрее ключ, где он может быть. О, господи, господи, Настя, давай быстрее. Его нет здесь. О, господи, о, черт, скорее Настя идет, это просто жесть. Он уже где-то там. О, господи, там был реальный Пеннивайз. Черт, ты слышала это, как он знает, где мы? Он постоянно ходит по квартире. Он закрыл квартиру на ключ и забрал ключ с собой. Мы никак не сможем отсюда выйти. Теперь же мы должны только уничтожить Пеннивайза, после этого мы сможем выйти из квартиры. О, господи, Настя, что это такое? Черт, это Пеннивайз. Скорее бежим, Настя, черт. Это просто жесть, господи. О, господи, он нет, черт! Этот Пеннивайз здесь! Черт, Настя, скорее бежим! О, господи, это просто жесть! Это реально этот Пеннивайз! Черт! Окей, его уже здесь вроде бы нету! О, господи, нет, Настя! Черт, Пеннивайз! О, господи, черт, Пеннивайз, сделай все, что ты скажешь, только не убивай ее! Пожалуйста, Пеннивайз, оставь успокоить меня, очень прошу! О, нет, Настя! О, господи, Настя, ты как? Черт, пожалуйста, ну уже знаю, что ты жива! Черт, ты выстрелила, Пеннивайз, это такая жесть! О, господи, он мертвый! Это просто жесть, он выстрелил в себя с этого пистолета! Гляньте, вот дырка, черт! Эй, посмотрите, это реально маска, я могу запросто просунуть туда голову. Черт, банда, я сниму маску с Пеннивайза. Настя, держи камеру. Окей, Настя, главное, я снимаю все. Сейчас, банда, мы на ваших глазах впервые сниму маску с Пеннивайза. Это такая жесть, Настя его просто застрелила. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На счет 3 снимаю маску с Пеннивайза. 1, 2, 3. Что это такое, банда? У него просто нету головы, вы это видите? Эй, просто глядь, у него здесь только шея и все. Маски ничего нету, никакой головы. То есть, как это понимать? Просто жесть, банда, я просто в это все не верю. О, господи, банда, я все еще не могу в это поверить. Мы реально стали маску с Пеннивайза, и под ней ничего не было. Здесь просто пустота. Черт, кто-то звонит. О, черт, ну посмотрите на Пеннивайз, вы это видите? Он все-таки живой, банда, это жесть. Окей, Суприм, банда, скорее закачивай это видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Если ты сейчас знаешь, куда это видео, банда, я сделаю кукловода на Пеннивайза, получается, он все-таки существует. Он все еще не погиб. И, бро, даже подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. У нас выходят очень крутые фотографии. И также про вот комменты из прошлого видео. Господи, в принципе, мне шикарные, просто держи комментарии. А просто, вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нарисуй лайк, колокольчик и все в разжимном видео. Лайк, комментуй на видео, бандит. И, бро, помни одно, оставайся такой шикарный, пока. Банда, вы только посмотрите на это. Это же почти точно Пеннивайз. Это не смешно. Я не верю, ты не могла стать Пеннивайз, а вот так нет. Банда! О, черт, Суприм, банда, вы это видели? О, черт! Вы это видите, банда? О, господи, это все Кроу, банда, вы это видели? О, черт, банда, посмотрите, это реально Пеннивайз! Черт, а! Я не знаю, Пеннивайз, ай, банда!
О, господи! Там как будто кто-то бежал, носит, я это слышал! Что, что происходит? Что это? Это что, черти? Вот 12 из черти! Черт! Господи, что это было? Потому что, как говорится, это всего лишь единственная кукла. И она всего лишь была у настоящего Пеннивайза. Господи, это реально будет в этот момент, панда, черт! Разве это настоящего Пеннивайза, панда, вы это видите? Это реально похоже на хребет этой игрушки, посмотри! Он реально огромный, черт! Господи, оно тоже в крови Настя, это просто жесть, черт! Господи, черт! Это кость, Настя! Ты видишь, это настоящая кость! Господи, это рука! Ты видишь, это Настя, это настоящая рука!